Здравствуйте, уважаемые весы! Давайте посмотрим, каким будет октябрь 2018 года для вас. Ну что же, самое первое, самое главное событие. 4 октября начинает свое прямое движение, уже выходит из ретроградной петли планета власти, силы, трансформации, принуждения и самых больших денег, а также сексуальной энергии Плутон. Происходит это в вашем четвертом доме. Напомню, что там же сейчас и Сатурн. Там это в знаке зодиака Козерог. Ну что же, дорогие весы, если в течение лета у вас были какие-то трудности, сложности дома, если у вас дома находился какой-то человек, который вами манипулировал, оказывал на вас давление, пытался вас построить, состроить, устроить вам армию или строгий режим, то вот здесь, возможно, этот человек либо съезжает, уезжает от вас, возвращается к себе домой, либо у вас просто становится меньше обязанностей, вы наконец-то с ним договариваетесь и отрезаете от себя часть его проблем, которые он пытался на вас навесить. В любом случае, вам должно быть легче, свободнее дома, у вас должно появиться дома больше власти, вашей личной, собственной, больше свободы. Вообще ситуация у вас дома должна улучшиться. Если у вас действительно есть какие-то проблемы с домашними, то чтобы их решить, вам нужно стать серьезнее и показать, что вы уже взрослый человек, и показать, что у вас тоже есть характер и воля. Плутон – медленная планета, разворачивается он медленно, поэтому решайте эти свои проблемы уже сейчас, в сентябре, если они есть у вас или возникли летом, и продолжайте в октябре. В октябре это будет делать уже намного проще и намного легче. Плутон начинает разворачиваться в самом конце сентября, 31-го, поэтому энергетику октября вы можете уже ощущать в конце сентября. Самый активный, самый задействованный дом в октябре месяце для вас – это ваш второй дом, дом денег, который вы получаете за свой труд. Обычно говорят, что это дом зарплаты, но, может быть, это и не только зарплата, это также деньги от подработок, это деньги, которые вы получаете в результате того, что ваша самооценка повышается, и вы дорастаете, да, как бы ваша личность дорастает до осознания того, что вы не можете просто так разбазаривать свою энергию, свое время, свои силы, и вы имеете право просить за это плату, денежную плату. Итак, второй дом, дом самооценки. Здесь у вас происходит сразу три очень важных события. В начале октября, 5 октября, в вашем втором доме самооценки разворачивается в ретроградное движение планета красоты, любви, малое счастье гороскопа, Венера. Посмотрите, пожалуйста, обязательно мое видео про ретроградную Венеру, потому что это очень значительное, продолжительное мероприятие в небе, и я об этом сняла отдельное видео, ссылочку вы найдете внизу в описании. Итак, ретроградная Венера будет уже 8 числа. 5 начинает разворачиваться, 8 она уже ретроградна. Здесь вы понимаете, что удача в деньгах к вам приходит от любви к себе. Скажу вот коротко. Вы понимаете, скорее всего, это достаточно четко, достаточно ясно. И уже вскоре, а именно 10 октября, в ваш второй дом, дом зарплаты, заходит Меркурий. И это второе событие вашего дома денег. То есть здесь вам приходит зарплата, здесь вам приходят деньги от вашего труда. Возможно, вы найдете действительно какую-то подработку быструю, она вам подвернется легко, быстро, может быть, даже случайно, и у вас дополнительное поступление. Еще могу предположить по той простой причине, что, дорогие весы, у вас до 23 октября еще дни рождения, так вот здесь действительно вам могут просто подарить деньги за вашу красоту, в прямом смысле просто за вашу энергию, действительно, не за работу, а просто за энергию, просто за то, что
Вы хороши за то, что вы умеете себя ценить, за то, что вы умеете себя пиарить, преподносить другим людям. Вам могут в ответ преподносить подарки денежные. Может быть, не очень большие поступления, но легкие, быстрые деньги. И Меркурий в месяце октябре очень быстрый, поэтому он проскочит ваш второй день, ваш второй дом денег с 10 октября по 31 октября. То есть вот получается за 20 дней, грубо говоря. Вот эти 20 дней можете ловить денежки, которые к вам приходят. Может быть, повышение зарплаты также вполне возможно. А 31 октября Меркурий уже перейдет в ваш третий дом. И здесь у вас начинаются переговоры с кем-то о чем-то, с вашими близкими вам по духу людьми, с братьями, сестрами или с тем, кого вы можете назвать братом или сестрой, либо же вы отправляетесь к своим компаньонам, коллегам, к друзьям и договариваетесь с ними о чем-то связанном с деньгами, с поездками, с путешествиями. Вы решаете, что такие переговоры могут принести вам удачу, удачные сделки, удачную куплю, продажу, удачные путешествия. И это действительно так. Действительно, здесь может быть для вас удача. Однако это общий прогноз. Нужно смотреть ваш личный, чтобы говорить наверняка. Однако берусь утверждать, что во всех делах, связанных с обучением, с какими-то курсами, школами, повышениями квалификации, во всех делах, связанных с вашими передвижениями, недалекими поездками, также покупка техники, все это будет хорошо, ладно, складно, удачно. И любые переговоры будут проходить благоприятно. Ну, правда, это, конечно, уже самый конец октября, это уже больше про ноябрь, и я обязательно еще скажу об этом, что для вас будет удачно уже в ноябре, потому что в ноябре кроме Меркурия в Стрелец уже попадет и Юпитер после 6-го, а Стрелец для Юпитера его обитель, поэтому наверняка удача будет для вас в вопросах, связанных с общением, с любым взаимодействием, с любыми контактами, ежедневными, деловыми, дружескими. И третье событие, которое случится в вашем втором доме денег, это солнышко. Солнышко перейдет из вашего знака в знак зодиака Скорпион уже 23 октября и будет здесь еще целый месяц. Повторюсь, да, собственно говоря, солнышко подчеркивает просто еще раз все эти темы, связанные с повышением вами зарплаты, за счет повышения вашей самооценки, за счет повышения, увеличения количества контактов, деловых переговоров. Действительно, возможно, вы договариваетесь о повышении зарплаты, идете к начальнику, или находите подработку и успешно договариваетесь о хорошей оплате этой подработки. Быть может, вы заменяете, к примеру, коллегу, да, работаете сверхурочно, и вам здесь больше денег приходит по этой причине. Солнышко в вашем втором доме денег, если вы девушка, может обозначать, что зарплата повысится вашего мужчины, либо ваш мужчина станет более способным, так сказать, пополнять вашу личную копилочку и ваш личный кошелек. Так как здесь еще и Венера, и Юпитер, и Меркурий, то явно ожидайте, Весы, и подарков, и за просто так подарков, не только за работу, за красоту, за умение говорить, за умение улыбаться, за умение быть добрым, щедрым, оптимистичным. Возможно, здесь появляются какие-то благотворительные лица или организации, которые замечают ваш талант и решают, что вам нужно помочь. Спонсоры. Вот одним словом, действительно спонсоры. Если вы искали какого-то спонсора для себя и занимались этим, активничали в этом плане, да, совершали множество контактов, встреч, переговоров, то уже к 24 октября вы действительно можете найти такого спонсора, такого благодетеля для вас.
Ну вот, собственно, вот эти три события в вашем втором доме денег. Ретроградная Венера, быстрый переговорщик Меркурий и солнышко. И само солнышко в доме денег. Это очень хорошо. Деньги у вас будут. И думаю, что в большей степени вы их все-таки будете тратить лично на себя, на свою красоту. Однако, еще раз вас предупреждаю, посмотрите мое видео о ретроградной Венере, так как с красотой нужно быть осторожными на ретроградной Венере, чтобы не переборщить в плане того, что вы там будете делать с собой, со своей красотой. Будьте аккуратны, не перестарайтесь с вопросами красоты. Посмотрите видео про ретроградную Венеру, а также другие видео, конечно, по ссылочкам в моем комментарии. Вообще, дорогие весы, всегда читайте мои комментарии, я всегда там оставляю важную, нужную информацию. И, пожалуйста, если вам нравятся мои гороскопы, то поддержите меня лайками, поддержите меня комментариями. Конечно, делитесь. Делитесь, пожалуйста, моими видео о своих социальных сетях. Это сделать очень просто. Нажать кнопочку «Поделиться» и выбрать социальную сеть. Не стесняйтесь. Делитесь мною, потому что если вы что-то хорошее слышите для себя в моем гороскопе, если вы этого хотите, то вы усилите исполнение желаемого, если распространите информацию. Все очень просто. К вам возвращается счастье, когда вы сами делитесь счастьем, когда вы делитесь тем, что считаете хорошим. Вот если для вас это хорошо, то поделитесь этим с другим. Не навязывайте специально, не надо никого догонять, чтобы всучить счастье. Вежливо, с чувством, с толком, с расстановкой, как вы умеете. Весы, вы ваш управитель Венера, и она путешествовала по вашему знаку в своем прямом движении. Вот стала ретроградной потом во втором вашем доме, и она вновь будет заходить в ваш знак, в ваш первый дом в самом-самом конце октября, 31 октября. Венера возвращается в знак Весы, в ваш знак, и здесь для вас начинается время, когда вы действительно пересматриваете свое отношение к себе, любовь к себе, вы пересматриваете свою внешность. Наверное, вы правда что-то будете менять, но будьте, пожалуйста, осторожны. Первый дом – это также дом здоровья. Вы что-то делаете с собой, со своим физическим здоровьем, чтобы быть краше, чтобы быть лучше, чтобы, по крайней мере, казаться здоровее и красивее, и спортивнее. Однако лучше быть, чем казаться. Не забывайте об этом. Я уверена, что вы можете, вы умеете балансировать. Однако, может быть, у вас будет какая-то дилемма стоять относительно внешности. Вы будете сильно колебаться. Вот если вас будут мучить колебания, то мой вам совет – оставьте этот вопрос до конца ноября. Вот там уже точно что-то примете, какое-то решение, связанное с вашей красотой внешней, физической, с вашим здоровьем. Но вообще это может быть любой спорный вопрос относительно красоты, потому что первый дом гороскопа, здесь может быть все что угодно затронуто, любая другая сфера. Например, вы хотите казаться красивым в обществе, но у вас дома такая ситуация, что у вас не получается выглядеть хорошо, например, вы не высыпаетесь, да, и у вас не получается сохранять облик, да, тот, который желанный, тот, который нужен вам, да, для реализации в социуме. Переждите это время. Воспользуйтесь этим временем как возможностью принять себя любой или любым, как бы вы ни выглядели, даже утром после бессонной ночи, любите себя. Это и есть настоящая любовь. Она безусловна. Ей все равно, накрашены вы или нет, выспались вы или нет. Вы должны видеть свой внутренний свет в любом случае. Даже если вам на 2 недели выключили воду и вам негде помыться. Боже, я так смеюсь. Извините, пожалуйста, для меня это для самой трагедия, когда выключается вода. Но тем не менее, пожалуйста, учитесь видеть себя красивыми в любой ситуации. Так вот, продолжу тему денег. Однако это уже будет тема не ваших личных заработков, а заработков вашего партнера.
Дело в том, что практически сразу после того, как солнышко зайдет в ваш дом зарплаты, в доме зарплаты вашего партнера, в доме денег, которые вы получаете от других людей, а также кредитных организаций, от каких-то благотворительных лиц, богатых людей, происходит полнолуние. Ну, что здесь может быть? Хорошо, если вы мужчина, и эта ситуация проигрывается как то, что ваша зарплата увеличилась, и вы разрешаете, да, своей женщине, ну, грубо говоря, не работать, да? Вы говорите, что все, моей зарплаты достаточно, теперь давай заниматься любовью почаще, потому что будем делать ребенка и не работай. Очень возможно, потому что солнце во втором доме, а луна в восьмом доме. То есть здесь луна показывает жену обычно, всегда, женщину. И такое полнолуние может обозначать беременность, может обозначать резкое известие о беременности. То есть вы вдруг неожиданно узнаете, что ваша жена беременна. И здесь вам нужно, к примеру, снять деньги со счета. Да, если у вас был какой-то депозит, вы понимаете, что все, пора снимать, потому что нужно вкладываться в будущее вашего ребенка. Также это может быть ситуация, когда вы напротив завершите выплату кредита, закроете кредит, лишитесь кредита, это хорошо. Если вы лишитесь кредита, к примеру, вам действительно повысят зарплату, и вы выплатите сразу резко, полностью погасите свой долг. Желаю вам этого, если у вас есть такие вопросы кредитные, если вы брали долг, то вы можете резко отдать долг из-за того, что к вам пришли деньги, также резко и неожиданно. Вообще это полнолуние очень резкое и в значительной степени конфликтное. Здесь может возникнуть какой-то конфликт между вами и вашим партнером по поводу денег. Поэтому я вас предостерегаю и прошу вас помнить об истинной ценности. В доме ценностей, в доме денег, не только деньги, не только ваша зарплата, но и все другие ценности. Здесь Венера. Вам нужно помнить, знать и всегда держать в уме на протяжении всего месяца октября и особенно ближе к 24-му и еще две недели после 24-го. Так вот, держите в уме, что главная ценность – это любовь. Деньги у вас будут, и вы сможете ими распоряжаться. И они всегда приходят и уходят. А любовь вам важно и нужно беречь. Тратьте деньги на любовь, тратьте деньги по любви. И если вы мужчина, еще раз повторюсь, здесь вам нужно вложиться в свою жену, в свою женщину. Возможно, ситуация будет остро конфликтной. Может быть, вы будете колебаться и сомневаться, а стоит ли вам делать это вложение. Выбор, конечно же, за вами, но звезды подсказывают, что в этом выборе для вас прекрасная возможность личностного роста и развития, так как идут острые аспекты, аспекты конфликтные и кризисные, а они всегда хороши, потому что это словно волшебный пинок, чтобы мы наконец-то начали двигаться. Вот эти пинки к вам поступают от вашего духа, от вашего мужа, если вы женщина, и от вашей женщины, если вы мужчина. Аналогично, если вы не в браке и у вас нет партнера, то это пинки волшебные от вашего внутреннего мужчины или вашей внутренней женщины. Если вы молоды и находитесь под опекой матери или отца, аналогично, это мать или отец могут вам вдруг резко указать, что знаешь что, ну вообще-то это хорошо, что у тебя есть деньги, это хорошо, что мы тебе даем деньги, но не хочешь ли ты развиваться, не хочешь ли ты расти побыстрее, потому что уже пора. Весы. Северный узел в знаке Льва. Лев для вас 11-й дом гороскопа. Думайте о будущем. Этот шанс, конфликтный шанс, шанс распорядиться деньгами так, чтобы ваше будущее было королевским, по-львиному.
чтобы у вас было достойное, лучшее будущее. Не упустите этот великолепный шанс. И еще единственное, что я хочу вам сказать, это то, что это полнолуние наверняка будет затрагивать и ваш первый дом, и ваш седьмой дом. Потому что в самом начале первый градус Тельца, первый градус Скорпиона, то есть практически одновременно и в первом, и во втором доме, то есть и в вашем личном доме вашего Я, и в доме вашей зарплаты. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, вы можете обнаружить в себе некоторый кризис, какой-то свой вот недостаток резко можете обнаружить. И здесь вам важно проявить любовь и к себе, и к другому, проявить заботу, проявить опеку. И постарайтесь, единственное, что вам действительно еще порекомендую, постарайтесь действовать неординарно. Вот если у вас будет какая-то сложная ситуация, хотя я верю, что вы настолько осознанны, что даже если она созревает, вы ее предупредите и пресечете на корню, но если она будет, то действуйте совершенно неожиданно, совершенно непривычным для вас образом, не так, как вы обычно действуете. Пусть над вами, может, даже посмеются, пусть вас посчитают чудаком, но тактика выхода из проблемной ситуации в октябре – это быть странным, это быть не таким, как все, это действовать совершенно не так, как вы привыкли действовать. Множество позитивных аспектов, говорящих о том, что вы властелин своей судьбы в этом месяце, октябре. И по большому счету негативные аспекты, они лишь будут вас подзадоривать и помогать на самом деле двигаться вам вперед. Если вы заскучаете, если у вас все настолько будет хорошо, что ваш будет лень, то эти негативные аспекты будут добавлять вам огня, который будет вам показывать, куда вам еще стоит и можно двигаться. Берегите себя, берегите любовь, берегите партнерские отношения. И, конечно же, любви вам и всего самого наилучшего. Всего доброго!